Куда теперь? Не знаю. В смысле? Это то самое здание, но в этой его части я никогда не был. Мост ведет в дальнюю часть здания. Тут я впервые. Что ж, ладно. Давай поищем, как спуститься. Ушах звенит. И только? Считай, нам повезло. Может, дело не в удаче? А может, в ней. Некоторые псы верят в Бога. Они молились. Если уж умирать, то ради себя. Тогда что ты здесь делаешь? Зачем ты вернулась за нами? Это долг. А кому? Ты нам ничего не должна. Просто иначе бы совесть замучила. Есть. Здесь можно спуститься. Мы можем выйти прямиком в дальнюю больницу. Просто труп. Из ваших? Нет. Видишь, как он одет? На, а то там темно. А, вот как это работает. Им. Лев, в здании есть зараженные? Мы всегда спускаемся на лифте, так что не знаю. Поры.
Идем в масках. У меня нету. Так вы что, не верите в маски? Было не до нее. Может, там они есть. Жди здесь. Назад. Еще дальше. Если ты умрешь, мне конец. Тогда помолись за меня. Так, маска. Как же тут все расхреначило. Черт. Вот там и сиди, ладно? Да. Вроде цела. Ладно, пойдем к Леву. Черт. Это тебе. Дай. Мы слишком долго. Быстрее нельзя. Твоей сестре не будет лучше, если мы оба умрем. Вот так. Мы сможем. Ты нашла дорогу? Нет. Эбби, может, туда? Это Брандспорт? Лев, иди скинь его вниз. Сейчас.
Так, я спускаюсь. Осторожней. Давай. Все получится. Иди за мной. Успокойся, такое. Боже. Как думаешь, сколько еще этажей осталось? Не знаю. Здание большое. Да. Я в порядке. Ты что-нибудь слышишь? Нет. А ты? Нет. Хорошо. Пойдем. Как это бесит. Ха-ха-ха.
Это здание меня бесит. Мы почти выбрались. Осталось чуть-чуть. Ну что, прогресс. Лев, ты как, в порядке? Да. А ты? Если честно, не особо.
что надо. Продолжай искать выход. Тебя? Нет. Ты как-то неуверенно сказал. Я чист, честно. Просто их было много. Ну, ты молодец. Давай. Пошли. В жопу это здание. Согласен. Четвертак. Это Можешь снять маску. Спасибо. Рассказывай им, что с нами было, а то Яра будет переживать. Ты хороший. Можно тебя спросить? Можно.
Ты не жалеешь, что побрил голову? Нас не должно быть сожалений. Лев. Лучше бы я просто убежал. Тогда Яра не пострадала бы из-за меня. Она осталась бы дома, заботилась о маме. А ваша мама нуждается в заботе? Она наша мать. Это наш долг. Дальше тебе нельзя. Что? А почему? Потому что они тебя убьют. А от меня им нужен только реванш в Нарды. Какие еще Нарды? Зайду через переднюю дверь, заберу все и вернусь сюда. А ты жди меня тут, ладно? Ладно. Открывайте! Привет. Ты что, вплавь добиралась? Ха, да лодка накрылась. Я к вам за медикаментами. Айзек распорядился. Так мы к нему это все и повезем. Что ему нужно? Не могу сказать. Мне дали одно поручение. Мы пакуем и вывозим все припасы. Посмотри, может, у кого-нибудь есть. Слушай, Нора здесь? Она вчера сказала, ее отправляют сюда. Только что уехала, но она вернется. Ладно, спасибо. Откуда они берут пополнение? Может, ловят всех нарушителей и промывают им мозги. Вы до сих пор не все разобрали? Ага, этаж за этажом. Тут еще остались припасы? Конечно. Еще много этажей осталось. Ну, удачи. Привет. Эбби, тебя тоже подрядили? Да, рук не хватает. Я пришла за медикаментами. Можешь сказать, где здесь? Я связался с Айзеком. Он ждет тебя на базе. Да, я с ним поговорю. Поговоришь при встрече. Поедешь со следующей партией. Извини. Ты с ума сошел? Она со вчера в самоволке. Вытяни руки. Ugh!
Ты так плечо себе вывихнешь. Нора. Да. И как ты сумела поссориться с Айзеком? Ну так что, нашла Оуэна? Я говорила с Мэнни. Мне нужны медикаменты. А что с ним случилось? Компартмент-синдром. Предплечье раздроблено. Не ты же будешь его лечить? Мел, у нас мало времени. Боже. Почти все припасы уже упаковали и увезли. Что? Мы не зачистили нижние этажи. Там есть медикаменты? Да, наверное, но... Там те еще дебри. Прорвусь. Попадешься? Ты меня в глаза не видела. Само собой. Ладно, пойдем. Компартмент-синдром. Черт. Да. Парню повезло, что его девушка врач. Мел в порядке? Да. После разговора с Айзеком она ходила как пришибленная. Разговора с Айзеком? Когда Айзек узнал, что вы покинули базу, он всех нас допросил. Ей от него досталось. Кто-то проговорился? Нет. Нора! Куда это вы идете? За Эбби. Лодку можно отправлять. А остались еще коробки на третьем этаже. Сходите сначала за ними. Лодка набита битком. Ну не сидеть же мне тут до вечера. Ладно. Спасибо. Ушли. Ты сама-то в порядке? Как всегда. Мэнни за тебя страшно волновался. Он знает, что я здесь? Ну, скоро узнает. И что Оуэн собирается делать? Погоди. Все, пошли. Так что... И что Оуэн собирается делать без руки? Он говорил про Санта-Барбару. Он не понимает, что это разводка? Боже, мне так жаль, Мэл. Да. Мне тоже. Ну вот, на этих этажах реанимация, травматология и операционные блоки. Идеально. Ты думаешь, почему все это лежит нетронутое? Там был эпицентр эпидемии. Туда свозили первых зараженных, не подумав. Там все заросло к чертям. Зашибись. Загляни в скорые. В них может что-то быть. Мне пару раз везло. Хорошая мысль. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Увидимся на базе. Надеюсь, скоро. Да. Хирургия, травматология, реанимация. Рискнем.
Они не понимали, с чем связались. Не так уж все и плохо. Ага, травматология или хирургия. Хорошо, что я не застала эпидемию. Скорая помощь. Отделение травматологии – это там. Вы боролись до конца. Это прям слишком. Нужно электричество. Давай, хоть что-нибудь. Пусто. Должно же тут хоть что-то быть. Во что же я вляпалась? Хирургия. Отлично. Я тебя слышу. Это было ожидаемо. И тебе нужен ток. Где-то тут должен быть генератор. Yeah.
мне бы тут пригодился Лев. Или Мэнни. Да, Мэнни. С Мэнни мы бы наверное. Ну что? Да. Ну, чем порадуете? Что ж такое? Пусть в гараже будет хоть одна скорая. Thank you.
Это что за тварь? Спокойно. Забирай припасы и ходу. Это хорошо. Не подведи. Да. О, слава богу. Лев, готов все праздновать. Come on.
должен быть способ выбраться. Никто не поведется на эту брехню. Thank you.
Надеюсь, Яра держится.